Всем привет! Просили меня показать, что творится на наших реках. Все, что связано с форелью. Я специально, умышленно не буду подходить близко-близко к народу. Сами знаете, что в устье ловить как бы нельзя особо. Но посмотрите, если... Еще недавно с утреца я бывал в этих краях. Народа было гораздо меньше, то сейчас все рыбаки прямо здесь. Вот. Чуть-чуть приближу. Я понимаю, что зернистый будет не очень. Обратите внимание, сколько мужиков с удочками стоят. Эх, жаль, я не рыбак. Вот если честно, жалею, что у меня нет удочки. Но покупать ради одного случая, кто его знает, когда у нас в следующий раз-то случится такое вот, что форель-то убежит. Обратите внимание, извините, на заднем фоне от офигительно вообще. Кто-нибудь, ну, подловить тот момент, когда кто-нибудь еще не поймает. Не знаю, получится или нет. В общем, такая ситуация даже у нас в районе реки Псизуапсе. Слышал я, что уже до Керчи даже дошло. Рыбка дошла. Все ловят. Все рыбаки сейчас активизировались. Пожелаем им удачи. А я пойду смотреть волны.